Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас зубная щеточка будет интересная на обзоре. Предыстория небольшая. Я уже в течение 3 лет, наверное, зубы чищу только электрическими щетками. И у меня моя щеточка всем устраивала, но у нее отвалилась крышечка зарядная, где заряжается, и там крышка отвалилась. И масса неудобств. Ну и вода попадает, и все. Я уже ее подклеил. И появилась возможность взять вот такую щетку. You smile, you want us. Ну, давно на нее смотрю, присматриваюсь. Частенько она в интернете мелькает. На обзоры мне ее предлагали, но нужды не было. И я думаю, зачем мне? У меня есть, а добра не ищут. Но так как моя щетка приказала долго жить, сейчас будет вот эта моя щеточка. Почему именно она? Хотя на рынке много щеток. Чем она мне приглянулась? Здесь 3 режима у них. Также, как и в прошлой щеточке, полгода не надо заряжать. Хотя здесь написано 365. Может, это уже модернизированная. 301 год без зарядки при условии, что вы 2 минуты чистите. Ну, через 2 минуты она будет отключаться. А 2 минуты это очень много. Мне, в принципе, минуты хватает почистить. 2 раза в день по 2 минуты в течение года написано. Заявлено, что будет работать. Ну, обычно полгода работает, раз в полгода заряжаю. Как уже говорю, 3 режима. Щетина тут интересная у них. Сделана мягенькая. Моторчик 18 мм и 38 тысяч оборотов в минуту. 38 тысяч. Если вы просто зубами, щеточкой чистите, там примерно 200 получается. Здесь 38 тысяч. Характеристики совпадают с тем, чем я уже чистил много лет. Из-за этого. Давайте сейчас распечатаем и расскажу функционал, покажу. И комплектацию. Смотрим. Комплектацию вам покажу. Вставляется она в такой коробочке. Здесь у нас название, модель. One S. Входящее напряжение. Емкость аккумулятора здесь 2500 мА. Видим, что заявлено 365 дней. Батарея будет у вас работать. Ну, изготовитель, срок службы. Давайте клееночку снимем, чтобы она у нас не бликовала. И посмотрим характеристики. Я, ребят, говорю, я уже к обыкновенным щеткам я не вернусь. Вот это must have. Это лучшее, что есть на рынке. В плане, не данная щетка, много хороших щеток, но... Уже к ручным щеткам, конечно, я не вернусь. Это вещь. Что здесь мы имеем? У нас здесь 3 режима на этой щеточке. 3 режима. Мягкий, отбеливание, софт, мягкий, интенсивный, по-моему. Сейчас посмотрим. Американская щетина здесь стоит с закругленными концами. Она будет у вас тут массировать, как заявляет производитель, десна. Умная очистка и таймер 2 минуты. По 2 минуты она работает. Потому что врачи рекомендуют больше 2 не чистить минут. И у этой щеточки что еще интересно, что чем вы сильнее даете, тем моторчик у нее начинает помедленнее работать, чтобы вы десна свои не нарушили. Производитель. Ну и здесь тоже характеристики. Да, щеточки, конечно, вещь. Что мы видим? Сразу же здесь инструкция на нескольких языках. На нескольких языках русский, видим, присутствует. Разберетесь, но ну, я думаю, тут я не знаю, что тут разбираться. Что у нас входит в комплекте? 2 насадочки. Насадочки, как их достать? Сейчас посмотрим. Насадочки у них интересно идет, свои. У меня есть другие насадки. Но они, я думаю, не подойдут, наверное. Оригинальные насадки. Смотрите, какая щетина. Ну, тут якобы американская щетина. И вот эти концы, все они у них кругленькие такие. Здесь силикон мягкий, чтобы у вас полость рта не поцарапать или ничего. Ну, так прикольно все продумано. Оп, и приятный кейсик, вот такой. Хватит вам надолго, в принципе, такие продаются, если надо, запасные. Также у нас идет
кабель для зарядочки USB Type-C и сама щетка. Щетка, между прочим, друзья мои, смотрела фотографии. Ну, мне раньше предлагали такую щетку на обзор, и мне казалось, что она толстая. Она не толстая, оказывается. Она обыкновенно как щетка. Вот у меня точно такая же щетка, только круглая. Что мы здесь имеем? Давайте сразу же вставим. Вставим. Оп, и все. Вот так это выглядит. Да, мне почему-то казалось, что она толще будет. Она нет. Да, обыкновенная щетка не толстая. Весит 160 грамм. В моей прошлой щетке... Так, дайте я это уберу, покажу. Вот эта крышка для зарядки. Сейчас посмотрим, как здесь она реализована. Вот этот хвостик у меня отпал. Через примерно 2 года использования. Видите, хвостик. Вот он у меня отлетел, я не знаю почему. И эта крышка сначала у меня держалась. Здесь вот уплотнитель. Даже если улетит, ну, это отпадет вот эта штука. Здесь резиновый уплотнитель. Вы просто можете закрывать. У меня же она выпадает, и все. Я на своей щетке уже здесь подклеил клеем. Зарядил ее, подклеил, и все. И думаю, надо менять щетку. И вот мне возможность представилась, и я вот эту щетку выбрал. Из-за этого я меняю. А так, в принципе, щеточки вещи. 3 режима видим. Клин, очищение, white. Белое отбеливание зубов это. И софт, мягкий. Ну, кто начнет работать с третьего режима, я, в принципе, всегда мягким режимом чищу. Интенсивным никогда не чищу и отбеливанием тоже не пользуюсь. Индикатор батареи. Также идет логотип. Здесь информационная наклейка, которая лучше сразу же содрать, потому что она вам отпадет потом со временем. Можете вот сюда ее наклеить куда-нибудь. И все. Сейчас мы посмотрим. Видим, вибрирует вся щеточка, первый режим, самый софт. Выключение, включение. Вот это отбеливание, конечно, самый мощный. Марине. Как отбойный молоток здесь. Тут не каждому зубам подойдет. Переключается, по 2 раза быстро нажали. Вот, самая эффективная вещь. Идет вибрация и все. Вот такая щеточка. Себе я приобрел. На замену своей старой. Хотя вы один раз купили и все. Вот эти головки только будете менять. Ну как вам? Вещь. Вот такая зубная щеточка. В работе я что, не буду ее показывать. Щетка и щетка. И так понятно, что чистит. Показал просто форм-фактор. Мне почему-то, говорю, казалось, что она будет толще. Нет, она тоненькая. На картинках она кажется, что как будто такая массивная. Легенькая. 165 грамм, по-моему, весит. Дофига оборотищев. Режимы за глаза. Ну, я не знаю, мне кажется, одного режима тут. Ну, хотя, кто как чистит, зубы у всех разные. И все. Вот такую щеточку и ирригатор еще к ней прикупили. У меня еще есть тоже ирригатор. Для полости, кто за своим здоровьем следит, хотелось показать. Ссылки оставлю в описании. Продается на М-видео есть на Озоне. Везде ссылки оставлю, чтобы вы там не искали. Присмотритесь. Я говорю, вот я уже не первый год пользуюсь электрическими щетками. Юлька у меня тоже пользуется. Я уже обратно к такой. Я пробовал. Думаю, дай-ка я такой щеткой. Уже не заходит. Только вот такие щеточки. Это здоровье ваших зубов. И, ну, это удобно, понимаете? Черт побери. Раз зарядили в полгода и все. Вещь. Вот такой комплектик. Они разные комплекты есть. Бывают с чехлами. Мне без чехла прислали. Есть, если там посмотрите, кому там, кто в командировке ездит. Есть чехольчик для нее специальный кожаный, чтобы с собой перевозить. Разные комплектации есть. У меня попроще, потому что у меня дома будет она находиться. С собой не вожу ее. Все, на этом. Ссылочки оставлю в описании. Всем пока. Хотелось вам просто поделиться вот такой вещичкой, которую сам... Ну, пользую другой, сейчас уже буду ей пользоваться. Потому что, говорю, у меня крышечка отлетела. А здесь вот грамотно сделано. Здесь даже если эта веревочка отлетит, здесь все прорезинено. А там у меня не прорезинено. Все, раз зарядили, полгода. Проверено держат они. Всем пока. Ссылки оставлю в описании. Увидимся.